Из Калымского белого ада шли мы в зону морозного дыму. Я увидел окурочек с красной помадой и строя рванулся к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разорвал бушела. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад». И жену удавивший Копалин, и активный один пидораст, всю дорогу до дома шагали, вздыхая, не спускали с окурочка глаз. Баб не видел я года четыре, только мне наконец повезло. Ах, окурочек, может быть, ТУ-104 диким ветром тебя занесло. Ах, окурочек, может быть, ТУ-104 диким ветром тебя занесло. С кем ты, падла, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во внука без дуру билета не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. Проиграл я окурочек в карты, хоть дороже был сотни рублей. Видно, нет, не видать мне счастливого фарту из-за грусти подами червей. Проиграл я и байку, и сменку, сахарок на 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, поджавши коленки, мне же не в чем идти на развод. Шел я к вахте босыми ногами, как Христос и спокоен и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Пострадал я за этот окурочек, никого не кляня, не виня. Господа из влиятельных лагерных уров за размах уважали меня. Господа из влиятельных лагерных уров за размах уважали меня. Негодяй, ты на воле растратил 1 000 000 на блистательных дам. Это так, говорю, гражданин надзиратель. Но зачем же, говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой меня по губам.